В тушении лесных пожаров на территории региона будут задействованы силы Республики Коми и Наринмарского авиаотряда. В Ненецком округе идет подготовка к весенне-летнему сезону, чреватому наводнениями и пожарами. О принятых мерах говорили на заседании комиссии округа по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Администрация Заполярного района в первую очередь ведет работу с оленеводами и охотниками. Люди, проживающие в тундре, зачастую первыми узнают о пожарах, а потому должны знать, как поступать в случае горения торфа или леса. Вторая угроза летних пожаров исходит от брошенных строений в поселениях. Сегодня пока непонятно, каким образом мы можем заставить хозяев проводить те первичные пожарные и противопожарные меры. Да, опять же, представители надзорных органов МЧС в частных домах проходить не могут без соответствующих оснований, я так понимаю, да? Вот проблема эта есть. На территории города профилактика пожаров включает обход дворов, консультации с управляющими компаниями, распространение памяток для населения. Обязательные встречи пожарных проходят со школьниками на летних детских площадках. За прошедший 2015 год было на территории у нас отработано 17 детских площадок с общим количеством детей 620 человек и обслуживающим персоналом 907 человек. Профилактическая работа ведется и с предприятиями. Ежегодно их проверяют на наличие потенциально опасных объектов. По итогам проверок при выявлении каких-то замечаний, нарушений у нас ведется административная практика, выдаются предписания на устранение замечаний на предприятиях. Вот. Ну и также в плановом рабочем порядке вне проверочных мероприятий ведется консультативная работа, то есть предприятия обращаются, где-то изменения законодательства вступают в силу. Что касается противопаводковых мероприятий, активная подготовка к ним начнется после 4 апреля. Тогда станут известны даты ледохода на реке Печора. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».